Все боятся закона о подозрительных лицах. Сказал лишнего, отправился на плаху. Граждане, это ошибка. Я не роялист. Граждане знают, что все вы предатели и враги свободы. Для Робеспьера это срочно. Гражданин Робеспьер! В наших рядах враги. Дидье Патон. Был патриотом, стал шпионом. Один тиран пришел на смену другому? Именно. Патон переусердствовал. Погубил сотни парижан, не щадил никого. Полюбил шпионить. Вот и угодил в передрягу. Да направит нас отец понимание. Орден тамплиеров. Узнал ли ты кого из этих граждан? Да, многих. Это враги Франции. Боюсь, они связаны с правительством. Стража! Вы весьма искусный шпион, Патон. Возможно, слишком. Арестуйте его. В чем дело? Нет! Эти ничтожества посмели предать свой народ. Патон много знает о тамплиерах. Ассасинам он нужен живым. Найдите записи. Спасите Патона. Патон знает о тамплиерах практически все. Торопитесь, найдите его записи. У главного входа полно стражников. Пожалуй, стоит поискать другой путь из здания. Сломать. Придется искать ключ. Странно. Какого за черт?
команде? Мама. Готовься с миром, труп. Что-то не так. Это комендант. Должно быть ключ у него. Отлично, ключ взяли. Можно изучать записи. Стой! Записи у нас. Ну а теперь пора спасать Патона. Ассасинам нужно отвлечь внимание толпы, но мешают тамплиеры. Разберитесь. Thank you.
Быстро трупы бегают! Внимательно! Потом следующий. Не уйдет! Hmph.
товарищества. Вернись, я тебя отбегу. Гражданин, держись. Чего? Thank you.
pas d'inquiétude, il est inoffensif. Сейчас начнется паника. Готовьтесь увести Патона. Вернись! Я тебе голову проломлю! Патон бежал. Примените орлиное зрение. Найдите его раньше, тамплиер. Должно быть, Патон прячется где-то здесь. Возьми. Слишком медленно. Черт возьми! Ну и без того, есть чем заняться. Что вам от меня нужно? Потом Патон стал ассасином. Вы молодцы.